Сейчас это шампур сделаю, да? Шашлычку. Настоящее мясо нельзя замачивать. Если мясо хорошее. Вот смотрите. И огня. Все. Было там две недели так. Когда первый раз. Так. Тобто після першого обстрілу два тижні і ви повернулися? Повернувся, я здесь і ми працював завжди. А що здесь страшно? Нормально, працюємо, все, люди працюють, вже хозрід працює, все працює. Я теж працюю, що здесь страшно? Жалко, душа болить, я працюю здесь, живу. Нормальный человек принимает сердце, правильно? Все равно душа плачет, правильно? Болит, так как это вообще? Это ужас, кошмар. Каждый день смотришь это вообще это страшное дело. Было чуть-чуть стекло так, остальное все меня Бог помогает. Я очень честный, это честный человек. Я не люблю обманывать, афьора. Помощница была меня. Просто сейчас ушли все. Я один здесь с утра до вечера, всегда. Почти 19 лет. Зима, лето, холодно, жара, всегда. Что мечтаете? Здоровье, первый, семья, нормально. И чуть-чуть все, деньги, жить. Моя друзья, моя богатство. Как поет Вахтанг Кикабидзе. Это я богатый, что у меня друзья есть хорошие. Вот. Да пошел тогда я. Только что я прогнал.